Внимание! Говорит Москва, радиостанция имени Коминтерна. Слушайте доклад доктора экономических наук Владимира Михайловича Александрова. У микрофона Владимир Михайлович Александров. Дорогие товарищи, граждане великой советской страны, 17 января 1939 года начинается всесоюзная перепись населения. Перепись отразит всемирные исторические победы социализма, достигнутые освобожденными народами советской страны под руководством партии Ленина-Сталина. Перепись покажет лицо нового советского человека, хозяина своей земли. Десятки и сотни новых профессий рождены сталинскими пятилетками. Они находят себе применение на гигантах советской индустрии, на необозримых колхозных полях, на социалистическом транспорте, под землей, в воздухе. Советская перепись будет иметь огромное международное значение. Она покажет трудящимся всего мира достижения страны социализма. Она воодушевит их на дальнейшую борьбу с капитализмом. Результаты переписи помогут подсчитать, где и сколько нам необходимо построить школ, больниц, жилых домов, детских яслей и других культурных учреждений. Как правильно распределить товары, где и сколько построить фабрик и заводов. Полумиллионная армия счетчиков и инструкторов будет проводить перепись. Все работники переписи должны по-большевистски бороться за свою основную задачу. Ни одного неучтенного человека. Поможем им, всячески облегчим их работу, ибо перепись – наше общее всенародное дело. Участок. Все в порядке. Резерв есть. Товарищ инструктор, так вы не забудьте, первая очередь моя. Да. Предварительно вход провели. Хорошо. Товарищ инструктор. Дорогой товарищ, я же вам объяснил, что если кто-нибудь из счетчиков не явится, вы замените. Еще одна. Вот не везет, а? Хоть бы проспал кто-нибудь. Товарищ член. Какой у вас объем работы? 3 дома. 1 большой, 2 маленьких. Слушайте, уступить 1 маленький. Что? Дом уступить? Вы шутите. У меня же норма. Эх, домика жалко. Скажите, у вас много домов? Москва? Как Москва? Гостиница с лифтом. По правилу мы начинаем с главы семьи. Вот у нас глава семьи. Вы на работу не спешите? Нет, я в вечерней смене. Ваша фамилия, имя, отчество? Власов Никита Иванович. Дедушка, ты не торопись, подумай хорошенько, прежде чем отвечать. Видали, мой командир? Вы постоянно или временно здесь живете? Постоянно. Как дом построили, так сразу переехали. Ты бы, Никита Иванович, пиджак надел. Неудобно как-то. Ведь гости у нас. Сколько вам минуло лет от роду? 67 стукнуло, милая девушка. Какой национальности себя причисляете? Русской. Какой язык считаете родным? Русской. Какой же еще? Вы не удивляетесь. Представьте себе, вы русский, а всю жизнь провели на Украине. Живете там, работаете, совсем по-украински разговариваете. Можете показать родным языком украинский. Ведь верно. Вопрос это не зря поставлен. Состоите ли в браке? Как будто бы состою. Ты как полагаешь, мать? Гражданин какого государства? Союза Советских Социалистических Республик. Теперь вопрос о грамотности. Читаете и пишете, или только читаете? Или вовсе не грамотны? И читаю, и пишу. А разве есть такие вовсе не грамотные? Теперь это редко, Майка. Следующий вопрос об учащихся. Вас, Никита Иванович, видимо, не касается. Как не касается? Я учусь. В техникуме состою. Американский язык изучать вздумал. Не американский, а английский, мать. В Америке по-английски говорят. Мне это для дела нужно. Технические книжки читать. А на каком вы курсе? Пока на первом. Дедушка у нас первоклассник, а я уже в третий перешла. Какую вы работу в настоящее время выполняете? Металлист. Надо поточнее занятие определить. Мастер инструментального цеха. Место работы? Автомобильный завод имени Сталина. Значит, ваша общественная группа рабочий. Ну, Никита Иванович, с вами закончено. А вот интересно, как будет со старшим братом? А в чем дело? Его нет сейчас, в Новосибирск вылетел. Почту повез. Он будет записан вместе с вами. Он и не знает, что у него уже наследник есть. Тетя, а вы Феликса запишите? Какого Феликса? Внучек у меня этой ночью родил. Поздравляю. Поздравляю вас, мамаша, с рождением нового и счастливого гражданина. Сестра, а Феликса вы моего запишете? Конечно. Ведь уже родился 16 на 17 января. До 12 часов ночи. Значит, мы его запишем? Ну, кажется, я одна осталась. Теперь меня, тетя. Тебя. Массово Майя Владимировна, 10 лет, 8 месяцев. Маечка, мы записываем число только исполнившихся лет. Мне вот как раз столько было, когда я в первый раз в перепись попал. Желаю, ваше благородие. Народ подсчитывает. Хотят знать, где сколько кабаков поставить. Грамотен? Нет, не сподобил Бог, нет. Явите божескую милость, не пишите меня в лист. Это почему же? В народе говорят, людей списывают, чтобы подать и новые наложить. Дурак. А вы кто? Тень Грозного меня усыновила, Дмитриев из гроба нарекла. Царевич я! Благоволите сигарету. Желаю, ваше благородие. Народ подсчитывает. Хотят знать, где сколько кабаков поставить. Грамотен? Нет, не сподобил Бог, нет. Явите божескую милость, не пишите меня в лист. Это почему же? В народе говорят, людей списывают, чтобы подати новые наложить. Дурак. А вы кто? Тень Грозного меня усыновила, Дмитриев из гроба нарекла. Царевич я! Благоволите сигарету. Актер. Артист. Бывший артист. А ныне жертва прискорбного сечения обстоятельств. Изобретатель. Машины выдумывает. Кончается он. Умирает. Еще живу. Дело всей жизни. Очень прошу вас, господин, передайте куда следует. Как же быть? Ланку не стоит тратить, ваше благородие. Фамилия твоя как? Власов. Имя? Никита. А отчество? Отца как звали? Да я незаконно рожденный. Безотцовщина. Да, времена были. Людям грош цена была. Гляньте, вот это же мой племянник. Василь Зрядкилятый. Да с дому. Ведь с самого Конотопа на самолете летел. Скажите, а справка у вас имеется? Яка така справка? Подивіться, яку гуску я вам привез. Значит, вы справки о прохождении переписи не имеете? Нема. В таком случае я должна заполнить на вас контрольный бланк. Иначе вы вообще можете быть пропущены. Вот сидела. Малюйте. Малюйте з мене портрет. Голова колхозу огні комунізма. Колхозу мільйонера. Василь Трофимович Тарасенко. 30 років з гаком. Позвольте, а гаку сколько? Так коли точно? 31. Эх, девушка, а я бы написал еще. Спасибо нашей советской власти за все. Спасибо партии. Спасибо товарищу Сталину. Вот ты гарно. Усе б ми написали там. Я счетчик. Ждем, ждем, пожалуйста, раздевайтесь. Пойдемте. Депутат. Я сама рада встретиться со своим избирателем. Скажите, как ваша фамилия? Петр Савин. Пожалуйста, товарищ Савин. Садитесь. Товарищ Барсова, а что это вы пели? Это ария Антониды из оперы «Иван Сусанин», над которой я сейчас работаю. Хорошо. Очень хорошо. Ваш лист я заполню с особенным удовольствием. Барсова Валерия Владимировна . Пожалуйста. Спасибо. Будьте любезны. Гостиница Москва. Да, портье вас слушает. Итак, отец русский, мать узбечка. Как же вы желаете указать в переписном листе национальность сына? Вы подумайте и определите сами. Сколько вам лет, Мария Николаевна? Ты не спрашивай, сколько мне лет. Спроси лучше, когда я жить начала. Нашей бабушке 78 лет. Да-да, сынок. А только теперь и жить хочется. Василий Федорович! Привет! Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как там? Домика лишнего не осталось? Но-но. Ну, а контрольный обход я проведу вас 28-го. Сколько листов нанесли? А за каждым листом живой человек. Неужто все руками считать будут? Нет. У нас счетные фабрики есть. В Москве, в Ленинграде, в Харькове. Так. Ну что ж, дело сделали. Будем прощаться. Вот тебе лестница. Скажите, как ваш последний полет? Очень хорошо. Простите, это вы у нас перепись проводили? Я Влас. Алексей Влас. Помню, помню. Здравствуйте. 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 Ну, как всех переписали? Будьте спокойны. Здрасте. А как вы думаете, неужели по всей стране никто не пропущен? Конечно, нет. Не верится как. Уж очень нас народу много. А вот я сейчас проверю. Пожалуйста. Оп. Простите, гражданка, вы перепись проходили? Нет. Пожалуйста. Как нет? То есть как нет? Пошутила! Ну, убедились? А мы еще посмотрим. Пожалуйста. Вот. Дедушка, можно вас на минуточку? Можно, сынок. Отчего нельзя? Вы перепись проходили? Вас не пропустили? Как можно человек пропустить? Такая же, как ты, шустрая, ходила, всех записала. У нас каждый человек государству дорог. А вы, дедушка, знаете, зачем перепись проводит? У нас так старики рассуждают. Мы, стало быть, богаче стали. Народу народилось молодого много. И вот, стало быть, правительство и товарищ Сталин хотят подсчитать наши силы. Так ведь? Верно, дедушка. Извините, что побеспокоили. Какое их беспокойство? Приятный разговор. Да, и страны не узнать, и люди другие. Вот вы, молодежь, не помните, и слов, поди, таких не слыхали. Архимандрит, жандарм, фабрикант. Или, например, его императорское величество. А сейчас... Какие горизонты открылись перед человеком, какая жизнь стала. Помните, как замечательно сказано у Горького? Человек — это звучит гордо.